Ну, понравились орешки. Даже это копытом тут это самое землю немножко рыло. Ну ладно, извини, все, хватит. У тебя вообще написано, что тебя, что мы тебя не должны кормить. Воробьи тут, конечно, как обычно. Ха, чего? Это фазанчик к нам так подбежал, как будто. Такие красивые звуки. Это Камила, что ли, так? Нет, это фазаны, наверное. Но звуки были оттуда. Ну, это была Камила. Камила может и А говорить. Ну, по-моему, это вот оно и было, просто немножко хрипловато. Привет, ребята. Симпатичные. Ну и воробьи там, конечно. Харчуются, у них там пир горой. Хорошо, воробьям хорошо, да. Закапывает орешек. Интересно, вот обелка ту погонит сейчас? У меня фотографию сейчас, если что. Да. О, давай, давай, давай. Белка будет спускаться наконец таки. Что еще? Ну на еще. Та белка что-то совсем наверх забралась. А синичка уже тут. Синички вообще наглевшие. Причем они выбирают принципиально орехи. Вот тут первая семечку забрала. Я смотрю, это не обнаглевшие. Они не дураки, они, то есть они сначала орехи забирают, а потом вот эти семечки. Видишь, когда семечек не осталось, орехов не осталось, они стали есть семечки. Но орешек, да? Нашла орешек маленький. Эй, ну куда столько?